Розы желтые. Давай проверим, какой получится. Какой там цвет получается? Красный. Красный получается? Так, ну давай берем следующий теперь. Наливаем наш пакетик, наливаем аккуратненько. Есть. Мам, это какой? Опять красный? Это красный. А это, наверное, был фиолетовый, дочь. Фиолетовый. Это... Давай наливаем теперь следующий, давай. Теперь у нас оранжевый будет рис. Или желтый, да? Так, а здесь у нас какой? Зеленый. Зеленый, класс. И последний какой у нас тут остался? Это какой? Коричневый, да? Так, мы добавили наш краситель. Теперь что будем делать? Надо перемешать. Теперь мы коричневый же, как хорошо его красть. Получился у нас коричневый, да? А, так Амелька хорошо. Ух ты, как мы покрасили. Класс! И смотрите, сколько у нас много разноцветного риса получилось. А вам какой понравился? Какой цвет понравился? Какой вам понравился больше цвет из этого риса? Какой тебе, Амелька, понравился больше? Коричневый. Коричневый понравился? А теперь мы его отправимся сушить, да? Давай. Ух ты, смотрите, теперь он у нас просохнет, да, Амелька? Да. И будем что делать? Играть будем, да, посмотрите, какой он красивый получается. Сейчас спирт выветрится, и он просохнет хорошо, да? Да. Ждем? Да. У нас уже есть высох, можно играть. Ух ты, какой он получился красивый. А расскажи, какие здесь цвета у тебя риса? Голубой, желтый, фиолетовый, коричневый, зеленый и красный. Будем теперь играть? Да. Что мы будем делать? Его, наверное, смешивать будем или что будем делать? Смешаем. А ну давай. Давай голубой, желтый. Ух ты, как Амелька его смешала. Какой у нас получился такой яркий, красивый рис. Нет, такой. Класс. Вот, пальчик у меня за мои глаза. О, засыпем панду.